Приветствую вас, смотрители и подписчики моего стихотворного арт-канала Мэйтай Мята. Ну, ни для кого не секрет, что в мире есть белое и черное, ну, во всяком случае, с нашей достаточно ограниченной человеческой точки зрения. Но пока мы живем в этом человеческом теле, мы не можем избежать этого. Ну, вот записала серию сегодня новую для вас и стишок. Припоминания, скованные одной тенью. Все началось с припоминания, припоминание твое немного будоража. Дорогу расчищала, мыслью мело во всевозможные пределы, рисуя тени по бокам, за них цепляясь, пытаясь оживить, они ж конфузливо сопротивлялись такому воспроизведению, как будто понимали в том нелепость и непристойность положению дел. Припоминание рождает повторение, горцует копии вторично, и замещение есть худшее из зол. Кто хочет быть вторым, десятым, пятым, стирает предыдущее. Да быть вторым себя и то никто не хочет, ну и не может. Вот и завис поступок в межвремении, не в силах повторение запустить, не в силах обновление запустить. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки.